Малина является наиболее выгодной для выращивания ягодой. Найти рынок сбыта для любых партий не составит труда. Малину закупают оптом предприятия по производству концентратов и джемов. С 3 гектаров обычная малина приносит годовую прибыль в 20 тысяч долларов. А когда это малиновое дерево, то при одинаковой урожайности нужно меньше земли, ухода и расходов. Форма малинового дерева дает возможность упростить уборку. С 1 гектара деревьев кустов можно получить 25 тонн малины в год. Есть разные сорта такого дерева. Это новость Кузьмина, сказка и другие. Урожай сказки от 4 до 6 килограммов. Малина, сформированная в дерево, меньше болеет, отличается высокой урожайностью. Вырастает она до 2 метров, постепенно повышая урожайность. Корни, как у дерева, и малина не разрастается по участку. Основная особенность дерева – высокая урожайность. Плоды сочные, сладкие и плотные, подходящие для транспортировки, не опадают при созревании. Сорт «Сказка» плодоносит с середины июля до начала августа, рано созревает. Малина выдерживает морозы до минус 23 градусов и засуху. Кроме этого, сорт отличается универсальностью. Ягоды употребляют в свежем виде, готовят из них джемы, подвергают заморозке. Приобретать саженцы дерева малина лучше в питомниках и специализированных магазинах. На рынке нужно проверять документы на товар. Нельзя покупать в случайном месте, поскольку идентифицировать сорт по внешнему виду невозможно. Перед посадкой саженцев следует тщательно выбрать место. Участок должен быть хорошо освещенным, без сквозняков и сильного ветра. Оптимальной является посадка на склоне, без грунтовых вод. Почва должна быть нейтральной или слабокислой. Удобрять малину лучше куриным пометом, но можно применять и минеральные удобрения. В одном месте малина выращивается 10 лет. Если вам понравилось это видео, то подписывайтесь на канал, ставьте лайки и до встречи в следующих выпусках.